И всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас долгожданный видеоролик гонки вооружений. Ставьте лайк обязательно на данный видос, если вам подобного рода видосы вообще нравятся. Подписывайтесь на канал. Сегодня у нас необычный формат. Сегодня у нас не один на один дуэль. Сегодня мы будем играть full party, можно так сказать. Соревноваться будем между тремя игроками. Сегодня со мной будет Артемочка, супер-мега-крутейший нагибатор звезды. Поздоровайся. Hello. Ну и нагибатор, который всех нагибал, но не донагибал, звезду не выиграл, все просрал, а ведь Мергелян 2. Привет. Короче, сегодня у нас не будет смен никаких вооружений. Сегодня мы будем играть на одном вооружении каждый. Посмотрим, какое из данных вооружений будет проявлять себя лучше и какое будет зарабатывать большее количество очков, кто будет самым крутым нагибатором. Я буду сегодня играть на хоре Жиге, Артемочка будет играть на хоре Шафте, а Ветис будет играть на хоре Вулкане, на Вулкане на том, который уже сейчас не так жестко нагибает. Видос должны были подобного формата мы записывать намного-намного раньше, но там были всякие турниры и прочая ерунда, и так у нас как-то и не получалось все это дело записать. Ну и наконец-таки сегодня мы это делаем, но Вулкан уже не нагибает, Шафт тоже не нагибает, единственное, Жига нормально разваливает, поэтому посмотрим, что покажут себя эти две замечательные, интереснейшие пушки. Играть, конечно, будем на хорьках. Что касаемо дронов, то у меня и у Аветиса защитник, да? Да-да. А у Артемчика бустеренко. Артемка лучший бустер-нагибатор. Что касаемо форматов, то сыграем одну катку в контроле точек, одну в захвате флага. Все как всегда, все по дефолту. Ну и там уже как бы по сумме двух каток или просто по каткам посмотрим и решим, кто больше нагибает, какое вооружение лучше. И может быть еще и все это дело обсудим. О, супер, великолепная карта. Короче говоря, шоссе, это называется «Добрый вечер, друзья». Ну и, понятное дело, друзья, конечно, мы играем на победку, мы не играем там не мультимкатку, а ведь Мергелян должен жопку рвать, как на звезд, на этих самых, на сетапах. Также нагибать, пытаться всех выигрывать. Ну, посмотрим, что из этого у него получится. И что получится у нас с Артемочкой. Ведь тут уже флажочек дергает. Давай, Витя, увози флаг. Меня заморозили. Да, я нормально, можешь сливаться. Тебе же, тебе же опыт не надо, правильно? Ты же не изёвый чел, как Артемка. Сейчас он будет тут стоять, опыт килли делать. Ну да, так он, ну так, он может свое вооружение так и реализовывать. Это же, сука, его право, блин, я на бомбе взорвался. Не, главное нам выиграть катку. То есть мы играем на победу. Если мы играем катку в ничью, считай, короче, что мы все крабы нулевые, которые играть в эту игру не умеют. Понятно? Поэтому, Артемочка, ты там тоже там двигайся чем-нибудь вперед, пытайся хотя бы хоть как-то нагибать, хоть что-то делать. А не просто стой по приколу. Давай, Витя. Он сракер, но он будет. Сейчас я попытаюсь, наверное, наверх увести. Если будет шанс. О-о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 . Вверх, вверх, вверх. Нет, нет, лучше поверху. Зачем? Вниз. Встретьте меня, у меня нет аптечки. И гг, 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 гг. Ладно, я прыгаю. Все, флаг внизу. Флаг в доме, я бы сказал. Ясно. Флаг на доме. А воздуха. А я просто чуть-чуть прилег отдохнуть. А так прыгайте сверху, забирайте его, боже. Ясно же. Ясно. Все понятно. Не на том доме, правда. Так, ладно, сейчас я попробую как-то запрыгнуть туда. Там уже вернется быстрее. Да, не успею. Промазал. Ептить колотить! Я промазал по дому. Жесть, ладно, все, флаг вернулся, считайте. Считайте, без шансов. Нас возьмет, Викагон. Вернулся, ладно. Ладно, так, 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 так. Блин, вообще мне надо очки зарабатывать, потому что я что-то пока как. А-а-а! Лох педальный. Меня еще и мамонт нагнул. Так, а вы их флаг вернули, да? Че за краб на васпике? А ведь 125, Темочка 90. Я в шоке, сука, нагибаторы. У вас пушки же не тянут, как вы опыт бьете? Ну ладно, тут такая карта, конечно. Не для хори же, если честно. Если бы была бы хоть какая-нибудь более-менее нормальная. Если дайте бы, если бы. Давай, 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 давай. Сейчас я нагну. Помогите лучше мне. А, ясно, нагнул. А откуда у него так быстро еще один овер? Я же вроде его только-только совсем недавно выключал, этого нагибатора. Как это так быстро у него уже появился? Артемочка, играть будешь сегодня? А ты? Я да, а вот ты походу нет.
Ты видишь, ничего не делаешь, как всегда. Я в шоке. Убил смоку, возьмите. Давай, 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 Ава, давай. Давай. Артемочка, встреть меня. Да, да. А, ты уже слился. Я флаг вложу по мне стрелять. Изи, короче, походу, соляндрочка. Страйкер только в спину стреляет. Я надеюсь, что сейчас Тёма халявный опыт не получится меня. О, изи. Так, ну чё, Артёма Шафт пока самый печальный, да? Пока ни о чём Артёма Шафт не тянет вообще никак, просто. Какой-то лоховской Шафт, да, Артём? Ну, главное нарку правильно прожимать, а то после бустера я эту нарку прожимаю уже иногда неправильно. Так, ну 1-0 мы ведем. В принципе, уже неплохо. Уже, в принципе, почти выиграли. Осталось только доиграть 3 минуты до конца. Ну чё, как по ощущениям, как Шафт, как Вулкан нагибают, нормально? Конечно. Вулкан имба, да? Не, ну Вулкан на таких картах еще нормально, мне кажется. На нем еще хоть как-то можно поиграть. Хотя и на Шафте, на Шафте. Не шафте. Выпрыгай. Но пока мы не стреляли, я наверное надо накинуть. Ты не торопись, накидывай по красоте. Чтоб все четко было. За стенку заезжают. К тому времени. Давай, Витя, я тебя встречу. Главное, чтобы ты мне потом флаг отдал, и я выиграл. Да нормально, я сам исправлюсь. Соляндр? Ну давай, вези тогда сам, я не буду тебя страховать. Блин, на минке подскочил. Определенно. Не по красоте было. 2-0, 2 минуты до конца. Так, ну Артемочка пока не поставил ни одного флага, поэтому у него 150 опыта. 10 киллов он где-то сделал. 11 киллов. Так он только киллы и бьет, короче. У него даже никого не коцает. Тупо чел на киллы играет. Нормальная тема. Блин, мне бы еще бы. А ты, Тём, с тройным шафтом? Конечно. С тройным шафтом, Артемка. Шафт тоже у нас с тройным. Какой тройной шафт? С эмидером? Да. А, я думал, с тройным. Шафт у нас тоже уже, друзья, не нагибает. Последнее время. Так, ну весит 22 кило. Ну, видите, пока разваливает кабина. Так, наш ставит. И это хорошо, хорошо. 3-0. Кто-то уводит флаг. King of GP. Блин, ну только не говорите, что я потом последнее место займу. На хоре Жиги-то последнее место занимать. Это ж вообще максимально печально. Тёмочка пытается сдерживает себя, чтобы не загореться. Так, ну я вверх пытаюсь. Нет, не пытаюсь. Вниз падаю. Падаю вниз. И все. И ГГ. Я ушел на рез. 50 сек. А весь, ты еще молчишь? Потеешь там? Ну конечно, потом не сказали, лох не выиграл. Хоть где-то выиграешь с тобой, да? Звезду не выиграл, хоть здесь выиграешь. Воспалился. Ой, хорошо, красота. Вообще флаг халявный. Чей это был, Тёмик? Артемочки флаг? Ну на, Тёмочку, возьми, возьми. Теперь возьмешь флаг? А, подарки не нужны? Ну ладно. Как хочешь. Как хочешь, Артемочка. Так, 25 секунд до конца. Досрочку сделаем? Го наверх, Ава. Давай. Я, правда, не туда тоже когда. 15 сек. Не, ну должен ставить. Чистая досрочка. Вот это я понимаю. Вот это досрочка. Вот это досрочка, тупо. Или не поставишь? Или поставишь? Не, вот это досрочная победа вообще чисто великолепная. Так, а ведь Смергелян 640, 440, 290. Почти на 200 опыта у каждого разница. Ну ладно, Шафт, понятное дело, как тебе показал. Тут как бы не о чем разговаривать. Я ни одного флага не поставил. Не, ну понятное дело, ну конечно, ты же стоял, ничего не делал, поэтому ни одного флага не поставил. Если бы ты стоял бы, нагибал бы всех, тогда другое дело. А ты так стоял, ничего не делал. Да, я убивал. Да. Офигеть, что у нас за победа? Просто тупо решил называется записать гонку вооружений. На тебе шоссе и на тебе бойню. Чисто поиграл на хуре-жиге. Чисто реализовал вооружение, как говорится. Нет, чтоб какой-нибудь песок там, я не знаю. Еще что-нибудь. Ой. Не, ну это чисто удобные карты под пулик. Под пулик. Да даже для шафта, наверное, тоже нормально. Карты пойдут. Беру тройной шафт. Бери. Мог и на шоссе взять тройной и газовать просто вперед. ПКД. И все.
Тяжелых хоречков еще нету. Ни у Овейца, ни у Тёмочки, но совсем скоро будут. Кого же убить? Кого же убить? Артему, как всегда, жопочка горит. С того, что его нагибают. Ничего не меняется в этой игре. Так. Не, ну у меня есть в этой катке шанс обогнать Овейца по опыту. Да-да. Надо его только реализовать. Ой, ну Овец прям молчит. Вот когда Овец молчит, значит он сидит, потеет просто как не знаю кто. Если он молчит, это уже плохо. Артемочка, конечно, тоже молчит, концентрируется на игре. Но Артемочка на шафте тяжеловато. Что-либо вообще в принципе сделать. Поэтому здесь как бы ничего удивительного нету в этом плане. Так, 5,5 минут до конца. Можно респ задавить, не? Можно задавить респ. Главное, чтобы меня не слили сейчас, этого респа быстро. По 300 урона, что? Почти в упоре 5 метров расстояние. Ну, значит, не совсем в упоре ты наносил этот урон, блин. Зин схалова. Просто говно, это тайна в шахту берите. Нет, шаф сейчас вообще не тянет. В принципе. Блин, сколько текстур всяких ужасных. Офигеть. Да! Блин, у меня же горит. Цепляюсь за каждую какую-то хрень. Мимо еду и цепляюсь. Урерик. Наш респ контролит. О, Артемке могу помочь. Давай, Артем, нагнем. Нормально. Понял. Понагибали. Мы в равных условиях на двадцатках играем. Чисто равные условия. Чисто равные условия. Ну чё вы вообще потухли? Вы хоть что-то скажите. Скажите, что вы хоть нагибаете там, я не знаю. Что у вас что-то получается там. А если не нагибать? Как будет? На стримах орать, так вы, сука, первые. А тут сидите тихо. Даже слово боитесь опрокинуть лишнее. Давай, Овец, расскажи. Как нагибается на вулкане? Нормально? Классно нагибается. Взял бы его просто в матчмейкинг? Я все пушки бы взял в матчмейкинг. Не, ну вот если вот просто ты хочешь набить как можно больше опыта, взял бы вулкан? Да. Серьезно? Да. Да, ну не верю. Он же не тянет. Сколько резов, кстати, от него? 3. Ну, 3 это еще ланточки, ну вроде как. Блин, ну, блин, хоря жигу нагибаешь. На вулкане. В принципе, довольно неплохо. Блин, мне бы выжить. А, почти выжил. Чуть-чуть не дотянул. Так, 3 минуты до конца. Катку мы пока что выигрываем. Тёмочка продолжает полировать третье место на своем шафте. Я чуть-чуть ближе подтянулся все-таки к Овейцу. И стараюсь его потянуть. 81 раз, 6 раз меня убил шафт. Так он просто тебя не любит. Персонально по тебе работает, да и все. Блин, ну чё-то хорьков прям очень много. Ужас. Пора нерфить. Время пришло. На чем будете нагибать, когда хорька занерфит? 7 раз. Хантеры. На третьем на чем? Выйду с игр. Не, ну я серьезно. На викинг. На викинг? Уверен? Может, поменяешь свою точку зрения? Например, на ласпика. На мамонте. Ладно, все понятно. Тёма расстроился. Да иди ты нахуй. О, пошло горячее воспроизведение. Так, 2 минуты до конца. Мы катку уже сливаем, молодые люди. Я, конечно, понимаю там, на количество опыта играем, там все дела туда-сюда. Но катку надо выиграть. Профессиональная мина была. На Тавитису. Да боже, ну вот этот Хантер Рик меня уже, наверное, не знаю, третий раз стопит. Ужас. Только я надеюсь, что я успею расходку прожать. А, опять хуйрик. Уже, откуда у меня все ховеры есть? 14-12, мы сливаем.
Мы сливаем, минута до конца. Держи в курсе. Держу в курсе, надо выигрывать. Давай. Ясно, походу мы качнули. Так, хорь смока меня слило. По опыту. Ладно, опыт не смотрим. Все, 50 секунд до конца, надо выиграть. Го попробуем хотя бы. Что у нас, тиммейты какие-то неактивные игроки. Стоят, чуть ничего не делают. Так, давай, давай, хорь, в визитку. О, блин, еще и со спасателем играют, ужас. Так, одну точку я забрал. Го центр, вы где? Давай. Давай, гоу заберем. 35 сек до конца. Нам надо вообще 4 забирать, чтоб выиграть. Так, хори креслил. Давай четвертую заберем. И шанс на победу. О, отличный шанс на победу, все понятно. Держите 3 выигра. Нет. Надо, если они сейчас центр заберут, то гг. Одну надо отхватить. Они сейчас заберут центр, и мы проиграли. А они не заберут. 7 секунд? 5 секунд? Ну хотя бы 15-15, ну, 15-15, ну. Ясно. Проиграли 16-15. Так, ну что у нас получается? Получается у нас, если суммировать две катки, то шафт самая фигня, потом жига идет, а потом самая нагибаторская это вулкан. А ведь Смергелян сегодня нагнул всех, получается так. Ну если судить чисто по этим двум каткам. Ну, с такие карты, конечно. Не совсем крутые, не совсем нагибаторские попались. Бойня, шоссе. Ну, для шафта, кстати, если честно, в принципе, не такие уж плохие карты. Что скажете по вооружениям? Что скажешь, Тём, по шафту вообще, в принципе? Как тебе шафт? Говно. В матчмейкинге больше не тянет вообще никак, да? Я не могу стоять сбивать, не сбивать постоянно. Ясно. Шафт мы больше не играем. Шафт можно выкидывать в мусорку. Понял. Что касаемо вулкана, Аветис? Нормальный пушка. Можно играть, да? Резистов стало меньше, можно нагибать. Ну, в принципе, да, так, наверное, как-то оно и есть. Шафта занерфили в последнее время, поэтому он особо себя уже хорошо и не проявляет. Тройной шафт только на ближней дистанции нормально работает. Средняя, дальняя там только в прицеле, в матчмейкинге. Ну, на шафте очень тяжеловато. Вот что касаемо вулкана, если играть с устройством еще на иммунитет от поджога, с поворотом башни, можно нормально себя чувствовать на больших картах. Такие, которые мы сегодня как бы и сыграли. Поэтому ничего удивительного в том, что вулкан нагнул жигу, нету. Ну, а что касаемо жиги, то, как по мне, жига сейчас из этих трех пушек является более имбо-балансная и вообще наносит, наверное, самое большое количество урона. Здесь уже можно, наверное, больше сойтись на том, что это ближнебойная пушка, а карты были довольно-таки большие. Если бы у нас дропало немножко на другие карты, там, может быть, какой-нибудь Александров, Скрыдалерт, Песочница или еще что-то такое средней или ближней дальности карты, то есть не совсем большие, то там бы жига себя намного лучше показывал. Вот такой вот видеоролик у нас сегодня, друзья, получился. Если вам понравился, то обязательно не забывайте прожимать лайк, не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну и если вы хотите новую интересную гоночку с другими какими-то вооружениями и вообще как вам формат, да, то есть втроем зашел, не зашел, пишите по этому поводу в комментариях. Ну и давайте наберем 200 лайков. Я думаю, что это небольшая цифра. 200 лайков набирается. Новую часть гонки вооружений втроем записываем. У меня, друзья, на этом сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Пока. Пока.